сегодня у нас очередная авантюра. Мы едем в залив Курму. Санька нас довез сегодня до Маркова. Там нас высадил. Респект ему за это, большое спасибо. Вот, велосипеды разгрузили, поставили багажники, одели рюкзаки. Прям дальше. Нам до развилочки 7,9 километра осталось. В принципе, не так далеко. Все, несемся под горочку. Реально скорость хорошая. Обожаю вот такую дорогу. Отлично ехать. Безумный накат. Скорости бешеные. Хотелось бы мне так сказать. Но по факту это просто ад. Съехал с этой кочки куда-нибудь и все. Просто такая веселая. Выбирай. Направо пойдешь, лужу найдешь. Налево пойдешь, грязь найдешь. В общем, короче, пошли налево. Сейчас обжарочку делаем для нашего супчика. Вот такие сарделечки, чуть маслица на сковородочке. Вот уже сарделечки поджариваются. Вид уже приобретает тот, который надо. Съедобный. Съедобный вполне. Ну что, красота, я считаю. Отлично. Я буду ночевать на улице сегодня. Как бы мне не пришлось там. Только закинул. Только закинул. И на первом же забросе вот такой вот на мормышинг трофей. Это кто? Сорожка какая-то маленькая совсем. Вот так вот рыба есть. Пошел рыбачить. Кто-то попался еще. На мормышку. Серебристенький кто-то. Сорожка. Атома. Сорожка еще одна. Ну, у тебя трофей за трофеем. Мормышка маленькая, 1 грамм. Рулит. Опа. Отпускаем ее. Еще на мормышку кто-то попался. Кто-то тоже побольше, мне кажется. Нет. Нет. Это просто это. Так кажется. Такой же окушок. Окушочек. Может, ну, даже тот же самый. Ну все, 3 рыбки есть. Улов есть, силикончик сработал, рыбку поймали, пошли кушать. После обеда я собрал свой покрафт, накачал его, собрал спиннинг, ультралайтик и поплыл ловить рыбку. В уловах у меня были окуни, сорожки и поймал спиток небольших щучек, которые я отпустил. На следующий день какой-то блогер ходил у нас по лагерю. Не знаю, что он там забыл. Ну а Курма и залив Угольный встретили нас шикарнейшим рассветом. Собрав вещи, велосипеды, мы выдвинулись в обратный путь. Все по той же грязи, гравийке и дорогам до города Иркутска. Короче, доехали до вокзала, приехали с залива Угольный, который находится на Курме. Вот, заняло это у нас по времени сколько? 3 часа? 3 часа. 3 часа по времени заняло от Угольного до вокзала на Иркутске. Приехали сюда, автобусов здесь, рейсовых,
Ну, нету сейчас. Он только отошел. Да, только отошел, видимо, ждать долго. В общем, пришла гениальная идея, на самом деле дурная, с Иркутска сейчас поехать домой в Ангарск на великах. У нас в запасе с собой есть 3 часа по времени примерно, но вот в эти 3 часа мы хотим уложиться. Ну, я думаю, мы уложимся, а может и нет. Выбора у нас нет. Уже проехали сколько, наверное? Ну, прилично, километров. Километров 40 мы проехали. Километров 40 проехали уже. Вот, было затяжных 8 горок таких очень долгих. Причем во все мы заехали на велосипеде, сгруженные. Данил заехал. Я заехал. Я только в 6 из 8 заехал. Ничего, нормально. И сейчас вот предстоит нам последний марш-бросок до города Ангарск. Ну, в общем, 2 ненормальных идиота едут с Курмы своим ходом на великах. До Ангарска. То есть мы уже... Проехали Мегет, проехали Еловскую горку, и сейчас вот Юго-Восточный. Сейчас отворот у нас будет, мы поедем по этому отвороту до города Ангарска. Осталось, не знаю, наверное, километров, ну, около 10, может, чуть меньше, и мы дома. Да. В итоге накат у нас сегодня получается с рюкзаками, с вещами, с лодкой еще вдобавок. Около 90 километров. Ладно, хоть весла Сане отдали. Да, весла Сане отдали. Саня... Привет тебе! Мы проехали весь Иркутск, да. Начиная от въезда со стороны типа Юбилейного, да. И выехали с Новоляги. Выехали с Новоляги. Весь Иркутск, ненормальные, чеканутые люди. Не налегке, на горниках, придурки. С рюкзаками. Че, по факту тяжко, да, получилось? Ну, конечно, тяжело, 90 километров, еще все это... Половина из этих 90 вот в такие горы. Терпи, коза, атаманом станешь.